Здравствуйте, уважаемые подписчики. Снова маэстро на работе. Вот, нашел новую работу себе. Новое место работы. Там, короче, на старой работе что-то не получается у них с заказами. Здесь заказов вот столько. Вот это надо сделать как можно быстрее. Все вот эти листочки, это отдельный заказ. Ну и начал. Одна кроватка вчера уехала. 2 дня. Второй день я сегодня работаю. Вот. Вот сделал еще одну кроватку. Здесь, конечно, без косяков не обошлось. Без швейных. Вот швея тут забыла прибавить 4 сантиметра к чехлу. Чехол не натягивается. И вот здесь перебивал тоже. Вот этот шов. У нее был не на угол, а приходил где-то вот сюда. Вот так. То есть не 45 градусов она сделала, а круче. Вот. Но я пропустил, пожалел ее. А начальница пришла и сказала: нет, не пойдет. Надо точно на угол. И вот смотрите, как я вывел. Точно на угол. Даже гвоздик. Это все отдельные гвоздики. Бывает гвоздевой молдинг. А это каждый гвоздь вчера забивал. Просто капец, палец большой болит. Когда накалываешь гвоздик, ну, наживляешь. Вот я их не считал. Но здесь, наверное, около 200 штук. Такая вот кроватка. Тут тоже четко на угол все пришло. Так, сзади. Ну, тут по желанию клиента. Где-то забивают технической тканью, как здесь вот с панбондом. Где-то забивают основной тканью, если клиент раскошелится. А теперь мне дали вот такую кровать. Вот она. Это все отдельные сегменты, вот пронумерованы. И они будут сделаны как полукруглые такие валики. Вот. Это просто финиш. Такая вроде бы несложная работа, но очень длинные детали. Вот они, сколько здесь. Офигеть. Тут, наверное, 2 с лишним метра высота вот этого полотна. То есть палки все 2 с лишним метра. Только вот с краю короткие. Вот сегодня планирую запоролонить. Ну и, наверное, 2, 3, 4 обить. Набить руку, так сказать. Потому что заказ очень дорогой. Должно быть все четко сделано. Вот пока работаю один. Значит, это частный сектор, частный дом. И вот на территории своего, как бы, дома они построили такой большой гараж, можно сказать. Здесь тепло, центральное отопление. Все, телек, радио. Сейчас я музыку выключил, потому что YouTube ругается за авторские права. Видео не должно быть авторской песни. Вот. Все есть, инструменты все есть. Все здорово. Даже вот уборка территории производится вот так. Пылесосик. Все, что нужно, сразу покупают. Ольга, владелица данной конторы, молодец, хорошо к этому относится. Я по инструментам первый день пришел, там она говорит, что по инструментам. Список дал, тут же все прибыло. А здесь вот они сделали такую, как типа фотостудию. Как типа шкаф стоит. И вот на фоне шкафа фотографируют кровати. Тут вот специальные у них эти оборудования. Может быть,
не совсем профессиональная, но это, я думаю, лучше, чем на обычный телефон. Вот. Если кто-то там, клиент придет, пожалуйста, вот образцы тканей убирайте, смотрите. Вот, а на мою кроватку, наверное, она забрала эту бумагу. Что-то я ее не вижу. Что-то я ее не вижу. Вот все вот это нужно сделать. Это радует, что работа есть. Вот. Из обьющиков один. Значит, парень вчера приходил на пробу. Но я не знаю, будет он работать. Мне кажется, не будет. Вот. И здесь... Небольшая, неудобная, конечно, но столярочка. Как бы все тут инструменты тоже. Парень работает. Вот мы так в одиночестве. Он здесь, я там. Потихоньку работаем. А на улице природа. Сейчас мы возьмем сигаретку. Граждане, не курите. Влияет на здоровье. Вот, на улице через окошко солнечно, солнышко печет. Такой тут частный сектор, вот видите, домики. Тут домики есть, конечно, очень шикарные. Яблони растут, птички поют. Здорово, мне нравится такая работа, где, как говорится, меньше народу, больше кислороду. Никто не мешает. Когда 10 человек работают, 10-9 из них тебя по очереди пригласят курить, и у тебя в итоге рабочего времени там вылетает 2 часа в день. Ты только куришь. Вот, а здесь я вот пришел где-то 9:30. И вот я первый раз вышел курить. Вот такой тут сектор. Потом позже там пройдусь по данному району. Здесь живет там такой замок. Офигеть. Я у водителя с водилой ехал, спрашивал, что это за здание такое, что за храм. Вот. Оказывается, это живет Куренцалов. Наш этот фармацевт. Вот такое небо сегодня красивое. Мало облаков, но холодно. Я не знаю, плюс. Плюса, наверное, нету. Ноль минус один. Так все есть. Микроволновка, душ. Как бы все, что нужно, есть. Такой вот огромный гараж. Видеокамера стоит. На всякий случай. Вот. Куча, короче, вот это ихняя постройка. Вот этот гараж. Вот то с синей крышей. Какая-то летняя кухонька. И вот дом ихней хозяйки. Владелицы мини-фабрики. Так вот, по скромным подсчетам, вот я сделаю там, короче, 20 заказов. 20 заказов, 2 я сделал. Но пока я этих 18 доделаю, еще у нее что-то закажу. Ну, худо-бедно там. По 25, по 30 с кровати прилипает. Вот считайте, человек, не выходя с территории дома, зарабатывает. Кстати, она молодец, она. Ну, ребята рассказывают то, что когда начинала, все сама. Первую кровать сама шила, сама делала каркас, реально сама пилила лобзиком, все собирала, склеивала, оббивала, все сама. Это первая кровать была. Вот так люди развиваются. А мы бухаем на Савеловской, идиоты. Так что, кому интересно узнать, как делается мебель,
задавайте вопросы, пишите комментарии. Одна дорога, она где-то через... Так, это третья улица от дороги. Вот через две улицы идет основная трасса. То есть машина здесь не ездит. Тишина, как такие деревенские условия. Так что всех с наступающей весной. Наконец, когда она придет, не знаю. Холодно. Я вот вышел в рубашке и как-то пожалел об этом. Не стал даже сигареты докуривать. Ну а сегодня воскресенье. Походу я буду один работать. Я думаю, это лучше. Задавайте вопросы, пишите комменты. Как бы в курсе событий про Совок, про Савеловский вокзал. Ну, сейчас мне это мало интересно, мне хочется работать. Это вот делают пуговицы, обтягивают. Вот они, заготовки. Алюминиевая заготовка, сверху ткань. Обратная сторона вставляется с ушком и под пресс, в прессе запрессовывается. Позже буду делать, когда покажу. Это вот для данных кроватей. Сейчас мы включим фонарик, покажем. Вот они, пуговички. Они пуговички так обтянуты, и в фанере сверлится отверстие, и веревочкой протягивается с той стороны, скобой фиксируется. Ну вот, поздравьте меня с новым местом работы. Начало есть. Вот кроватка стоит. Ну, в принципе, все, она уже сдана мною. Вот. И подобная кровать стоит в работе. Короче, вот эти царги, вот эти борта, я поролоню, обиваю вилутином. Вилутин — это ткань, которая липнет, липучка. Для чего? Вот он, чехол, он на липучке. Вот он приклеен. Вот эта ткань вилутин. Мохнатенькая такая. Вот я их обиваю. Обиваю спинку. Ну, короче, самая главная задача — это спинка. Чтобы шовчики все были вывернуты в определенную сторону. Вот что я сшила. И вот можно, если вот провести рукой, он чувствуется, что он вывернут в одну сторону. И здесь тоже. Как бы ребята, которые не специалисты, приходят. Очень часто у них бывает, то сюда вывернут, то туда вывернут. И вот такая вилюшка пошла. Некрасиво смотрится. Такая простенькая кровать. Здесь в основном вся проблема, вся сложность заключается в гвоздиках. То, что они одиночные, во-первых. И во-вторых, даже вот эти вот неровные линии забивать проще. Здесь меньше есть шансов у ОТК, так скажем, заметить косяк, где-то неровность. А вот когда вот она уже приняла, ну я вам сейчас покажу. Вот эта сторона у меня пробита ровно. Вот, даже можно линейку приложить. Ну, относительно ровно. Все равно как бы это не машина делает, это человек делает. Вот. Ну, общий фонд как бы ровный. А вот с другой стороны, оно тоже бы ровно смотрится. Но если приложить линейку, как бы от крайнего гвоздя до последнего, то оно идет вот так дугой. Выгнуто. Вот. Но со стороны незаметно.
Вот это называется как бы мастерство. Спрятать косяк так, чтобы его никто не увидел. В принципе, пока все. Жду комментариев, жду ваших подписей. Спасибо большое. Всем удачи. Всем хорошего настроения. Не забывайте мыть руки перед едой. Задолбали с этим коронавирусом. Ну ладно. Всем пока. На связи.